Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stickman против зомби. Ну что, режим истории. У нас супермаркет. Так, обычный режим. Играть. Хочешь прокатиться? Конечно. Так, значит, у нас пройдены почти все уровни, кроме 10-го. Так, ну что же, поехали, прокатимся. Опа, нормально. Ай, не успел прыгнуть. Надо ускориться здесь, мне кажется. Воу! С какого перепуга здесь еще есть зомби? Давай, ты уже проезжай быстрее. Все. Ну что, вот и уровень 9. Бонус-арена. Так, дай мне, пожалуйста, биту. Что мы можем тут улучшить? Гранату? Ну, допустим. Так, кому-то нужна помощь. Вижу. Сейчас мы тебе спасем, девочка. Не боись. Так, пекаль. Все, нет? Нет, не все. А, зомби прыгает. Ты посмотри, а, неугомонные. Пожалуйста, прогони их. Я и так этим занимаюсь, прогоняю. Упс. Упс. Прям в лобешник. Так, там, кстати, я вижу УЗИ наверху. Блин, я не успеваю его подобрать, потому что эти хламоны тут со всех сторон бегут. Ну, вот он идет. Куда? Вот, совсем другое дело. Так, нам надавали с тобой монет. Наверху турелька. Подожди-ка, если я вот сюда перепрыгну? Просто посмотрю, что тут у них есть. Ага. То есть тут ничего нету, к сожалению. Ладно, ничего страшного. Побежали. Ну, зомбарики, выкусите. Вот это повис там. Всех в раскумарочку. Что такое, не понял? Да что такое? А что за... Такое ощущение, что как будто босс. А где он? На тебе. Это босс? Ой, это Лашпен на самом деле, ребят. А не босс. Глава 2 пройдена. Блин, тут звездочки не добрали. Слушай, очень много всего, чего не добрали. Ну что, я думаю, удвоение монет нужно взять. Ну что, монеты получили, правда, опять они не отображаются у нас почему-то наверху. Значит, смотри, вот мы в супермаркете. По полочкам, короче, и сиганули в окно. Так, тут нас типа прижучили, но какая-то девочка Stickman, как видишь, на тракторе нас спасла. Окей, и куда же мы отправляемся? Отправляемся мы на какую-то ферму. Зомби-ферма. Окей. Погнали. Так, прокатишься? Ну давай. Почему бы и не прокатиться? Да... Ну что? Блин, я не понимаю, надо ускоряться, ребят. Всех косим.
налево и направо. Ну, типа мы убежали, да? Уровень первый. Так-с, командир. А это, я так понимаю, будет, наверное, боссом последним. Сумасшедший этот доктор. Так, пистолет берем. Улучшение делаем. Зеленая повязка у нас уже. Значит, мы типа крутыши, можно так сказать. Все, я побежал. Мне кажется, в рукопашку поэффективнее драться с ними. Не всегда. Турелечка. Ой! Я его и не увидел, если честно, этого зомби. Звезда. Стар. Чего ты там экаешь? Иди сюда. Да чтоб тебя разорвало на тысячу кусочков. Куда? Ой-ой-ой. Тут есть какие-то дохленькие зомби, да? А есть довольно-таки мощные зомбики. Видишь? Блин, они бесконечны, по ходу дела. А все равно я ничего не смогу сделать, пока я их здесь не поуничтожаю всех. Турельку поставим? Поставил, блин. Давай-давай, стреляй. А я пока здесь этих разбомбашу. Че, показывают где-то зо... Ага, вот он. Здесь вроде бы разобрались. Можно смело идти дальше. Ну где эти супостаты? Так, ну что, пиньета стоит, тут уже радостно и ждет меня. Насыпала монет. Опять кому-то нужна помощь. Наверху. Фермера мучают. Сейчас я тебе помогу, браток. Держись. Иди отсюда. Ну? Что-то какой-то фермер сам как зомби. Ой-ой-ой, упал. Ну что, будет сюда кто прыгать, нет? Так, этого накумарили. Помоги мне и получишь приз. Эй-эй-эй-эй-эй. Блин, еще немножко и, ребята, ему крышка будет. Фермеру я имею в виду. Не трогай его. Так, сейчас они все равно сюда придут, да? Может, гранату туда бросить? Ну где вы? Тихо. Блин, пистолет, я даже внизу показывают. Остались только внизу зомби, что ли? Если это так, то это хорошо, ребят. Слушай, по-моему, я его спас. Да, монеток он мне отсыпал. Замечательно. Ну что, погнали дальше? Чувак, тебе бы позавидовал любой ковбой. Разблокировано новое оружие. Дробовик. Глянем. Долгая перезарядка, к сожалению. И оно еще не прокачанное, слабое получается у нас. Так, забираем УЗИ. Так, здесь ничего нету. Ну, куда ты побежал, хламон? Бежит он там, довольный, радостный. Че, надо вниз идти? Ну и куда ты? На, гранатку тебе. Паршивец ты такой. На,
Ой, получи. Что, закончилось? Я вижу наверху турель, но я возьму лучше УЗИ. Все? Нет, не все. А что ты не бьешь-то? Дробовичок возьми. Как же вы хорошо прыгаете, а, зомбари. Запинали. Так, давай следующего. Где-то я здесь видел. Вон он внизу шоркается. Ну куда ты убежал-то от меня, эй? Ты посмотри на него, а. Так, вот здесь еще тоже есть. Все, нет? Все. Сваливаем отсюда. Отдай мне сюда награду. Спасибо. Run. Что? А, бежать. Макарек. Беги, беги, беги. Звездочка была, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, звездочку-то я не успел взять. К сожалению. Ну что ж поделаешь. Ну не успел, так не успел. Тоже у нас какой-то трактор стоит. Трактор, корова. Ну давай, УЗИ. Так, что ты мне тут радость предложишь? Так, дробовичок и броник. Испытания. Заберем здесь награду и здесь. Я не вижу, сколько денег, сколько гранат, сколько вообще чего у нас. Почему-то сердечко давно не было. Мне бы хпшки восстановить, если честно. Согласись. Очень бы даже не помешало. Так, мне не нравится вот это вот окружение. Ух ты. Посмотри. Блин, я не хотел брать пистолет. Что? Они схавали корову? Они захомячили корову, ты прикинь? Вот они зомби дают, а? Ха-ха, секреточка была. Так, показывают, зомби еще здесь остались. Они бедную корову жрут. Тетракил. Как, я не понял, зомби остался тут что? Такого быть не могло. Мне нужен срочно либо броник, либо аптечка, одно из двух. Но у нас ничего этого вообще нету. Так, ну что, этот уровень я тоже прошел. Давай выходить. Хотя бы корову спасли. И я это-то из будущего. Хочешь опробовать новую штуку? Какую пушку ты мне даешь? Так, спасти. Где? Пожалуйста, прогони их. Попробуем прогнать. Блин, ну теперь я без оружия остался, это плохо. Так, берем автомат. Или как он там называется, УЗИ. Да это обычный УЗИ, просто прокачанный, ребят. Пускай стоит здесь. Тринкейт. Ага. Давай-давай-давай-давай, кромсай его, отлично. Ну что, мы спасли этого чудика. И бежим дальше. Давай сюда, монетки мне. С
стоит он тут радостный. Блин, что, сразу же? Дай дробаш. Дробаш надо прокачивать, мне кажется. Может тут, я так и думал, что здесь будет секретка. Иди. Ой-ой-ой, меня окружают. Так, пистолет фигня. Мне кажется, лучше взять вот это УЗИ. Слава богу, здесь пока спасать никого не надо. Ну и зачем, вот скажи мне, эта турель здесь? Вообще моментально разобрался с ними. Давай, прыгай. А кто не успел, тот опоздал. Биту нужно прокачать, мне кажется, еще. Она вообще самая, по-моему, эффективная для ближнего боя. Просто топово. Так, где же вы там еще, а? Иди. Что такая музыка ковбойская? Все, что ли? Изи. Дай-ка я подберу. Так, с этим джипаком ты сможешь летать. Серьезно? Джетпак. Вау. Найс. Беги. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Беги. Все, успели. Нормуль. Неужели? Неужели, друзья, получили сердечко? Тут еще меч, тут оружие еще. Ёк-макарёк, сколько будет. Так, ну что, здесь получаем награду. И все, пока. Побежали. Так, кому-то нужна моя помощь. Кому только, непонятно. И где? Внизу, что ли? Помоги мне, зомби повсюду. Это какой-то, ребята, пугало. Будем честны. Нет тут никакой секретки. Ну куда ты пошел? Куда ты прешь? Помоги мне, зомби повсюду. Ага. Как он долго стреляет, а? Слушай, по-моему, там наша турелька заработала. Значит, зомби... Значит, зомби внизу. Пугало, ты там живо? Живо. Вот он. Спустился, понимаешь ли. Шикарно. Иди отсюда, птичка. Точно, я прокачаю, наверное, еще биту. В следующий раз. Уж больно хорошее оружие. Тут пока все чисто. Зомби показывают наверху. Ну что ж, побежали наверх тогда. Да что ты будешь делать? Блин, да я вот так вот сделаю. Эй! Твою налево, не туда жму. Что, мне показалось или нет? Показалось, я уж думал, там кого-то колбасят. По-моему, я спас. Ты настоящий герой, вот, возьми. Спасибо. С повязкой с такой. Так, ладно, сваливаем отсюда. Здесь нам уже делать нечего.
Ну давай. Сколько же у нас монет, а? Ёк-макарёк. А чё так много-то вас тут, эй? Дружочки. Так, взрывчатка здесь не... Что там такое прицепился? Взрывчатка там неспроста лежит, верно? Босс. Где босс, ребята? Где босс? Вон он. Так, мне нужно его заманить сюда, к взрывчатке. Пускай он идет сюда ко мне. Ой-ой-ой. Вот он псих-то там. И чего ты там встал? Так, попробуем сейчас, знаешь, как сделать? Да-да, именно вот так вот. Где он там? Ну куда же ты ушел-то, босяцкий? Ну давай с этой стороны тогда. А эти не прекратят, да, ходить и появляться, пока я... вот он идет, ну-ка. Давай-давай, спрыгивай. Так, уходи. Да что ты? Где босс? В плане. Ты серьезно? Чтобы вы знали, друзья, он не может, оказывается. Прыгай сюда. Трындец. Где его ХП? Не вижу. Гранат у тебя, хламон. Все, вижу я его здоровье. Еще немножко гранат. И ему будет карантарик. Все, я его победил. Фью. Слушай, ну тут нормально. Здесь плохо. Тут тоже отлично, всех спасли, по ходу дела. Да, вот только звездочки нашли. Ну, считай, 1000 монет мы еще с тобой сверху получили. Ну, что у нас тут получается? Видимо, кто-то поджег дом на ферме, и мы спасли старого фермера. Ну, как видим, зомби здесь появляется, да? А этот ржет. То есть мы о нем как бы говорим, да? В общем, короче, дедуля и девчуля остаются, а мы с тобой идем в особняк. Какой-то особняк. Вот он. Дом с привидениями. Как вам такой расклад? Джетпад. Если прокачаем, мы, наверное, можем с собой дольше летать, я так понимаю. Ух, биточка, а? Музыка вот здесь прикольная. Так, что у нас там еще улучшение? Джетпад? Ладно, пускай будет. Ну что, отправляемся в дом с привидениями. Тут, кстати, мы получим новое оружие. Меч. Прокачишься, конечно. Еще спрашивает меня. Все, уровень первый, погнали. Тут это наш, я думал, я уже думал, что это.
Турель. Зачем турель-то? Так, по улучшению мы можем с собой только джетпад улучшить, все. Давай сюда так, оп. Поехали. На кумарю. Тихо ты. Фига он. Опа, опа, опа. Фига себе. Вылазят они тут со всех щелей. Ну. Куда ты там убежал? Хотел уже убежать от меня. Не тут-то было, не так все просто, парень. Так, внизу показывают, да, зомби? Ах ты! Мерзкий. Да ёк-макарёк, я думал, уже все. Наверху. Подожди-ка, как мне... А, все, понял. Но здесь тупик. Шикарненько. Так, вроде бы все, наверное. Я надеюсь, что все. А, нет, 23 зомби нужно подбить. Вот он последний. Теперь уходим. Количество зомби вот здесь, ребята, обозначается. Где вот сейчас вот у меня галочка стоит. Там показано, сколько зомбарей нужно убить, чтобы пройти уровень. Так, ну что, ребята, второй уровень у нас. Дома с привидениями. Давай-ка улучшение возьмем. А что тут улучшит нам? Дробаш? Дробаш я не хочу, если честно. Давай, наверное, вот гранаты. Гранаты — это хорошо. Так, ну что, где там у нас? Вон они уже. Тут очень много дверей, кстати. О-хо-хо-хо-хо-хо. Да ты цепись ты! Давай-давай-давай, запинывай. Замечательно. Не даем никакого шанса. Так, я вижу турель наверху. Так, я ее заберу. Блин, она исчезла. Не успел. А здесь бомбанули. Нафига мне этот дробовик, ты, твою налево. Вон, я лучше возьму бейсбольную биту. Готово. Так, иди сюда. Так, здесь двое. Двое зомбарей. Так, этого тоже покромсали. Нужно ли нам УЗИ? Так, прыгай. Так, я вот это, наверное, возьму лучше, дробовичок пока. Надо его потратить все равно. Ну, иди сюда. Я, главное, нажимаю один раз, он почему-то два раза выстреливает. На автомате причем. Гад, пистолет забрал мой, а? Добивай, добивай его уже. Начал бить. Хорошо. Сколько там еще? Последний, да? Есть. Это уровень был изичный.
Так, он из будущего. Ну и что ты мне там даешь? Давай проверим. А кого спасти-то? Где? Наверху, что ли, он там орет? Точно. На тебе гранату. Ой. Куда ты? Рыпаешься мне здесь. Ну? Готов? Сейчас я этих тут поуничтожаю. Блин, пекарь, я думал, успеем подобрать. Чего ты там психуешь еще мне? Турелька там бомбит кого-то еще. Так, еще, получается, нужно шестерых уничтожить. Пожалуйста, прогони их. Так, вот эту мы поставим сюда. И... внизу. А здесь случайно... Ага. Вот они где тут были припрятаны, оказывается. Ну что, я спас, по ходу дела. Пошли забирать монеты. Оу-е. Спасибо, вот, возьми. И тебе спасибо. Так, пиньета. Ну что? Блин, Ранд, я уже думал. Да что ты цепляешься-то за все? Давай, 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 беги. Звездочку пропустил. Тут же надо было так тупануть сейчас. Там была звезда, я ее просто, ребята, не взял. Бонус. Ария. Ничего себе, нам получил монет. Так, ну что, друзья, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.